Международная организация экономического сотрудничества и развития в среду пересмотрела свой прогноз роста мирового ВВП на этот год. В 2023 ожидается 2,9%. Показатель 2,7% на 2024 год остался неизменным. Одним из поводов для беспокойства на сегодняшний день является ослабление мировой торговли. По мнению главного экономиста, также вызывают беспокойство высокие процентные ставки и инфляция. Мы remain worried about inflation. If inflation were to prove more persistent, further tightening would be necessary, pushing growth down further. Показатель ожидаемого роста для стран Европы на текущий год вновь снизился. В еврозоне в этом году рост ограничится скромными 0,6. В Германии, в одной из ведущих стран ЕС, показатель роста упал до -0,1. Относительно неутешительные показатели во Франции 0,9 и в Италии 0,7%. Положительным сюрпризом в этом году стала Испания с ростом ВВП в размере 2,4%, что является самым высоким показателем в группе.